В Бийском районе жители поселка Бехтемир-Аникино чуть было не оказались отрезанными от цивилизации. В начале года мост на единственной дороге, ведущей в село, был признан аварийным. За несколько месяцев дорожники построили новый. На его открытии побывала наша съемочная группа. Улыбки, цветы и воздушные шары. Сегодня у жителей Бехтемир-Аникино праздник. Новый мост соединил село и региональную трассу. Переправа на этой дороге раньше уже была, но, по словам местных жителей, ее построили 40 лет назад чуть ли не кустарным способом. Сооружение, которое называли мостом, демонтировали сразу после возведения нового. Крупногабаритная техника ездила, и этот мостик наш временный начал проседать. И особенно весной, когда подтопление начиналось с косогоров, вода текла. И прям на мосту была вода, и автобус переставал к нам заходить. И было страшно проезжать. Вероятность была, что этот мост упадет. Теперь талые воды жителям не страшны. Высота нового моста более 2 метров. Он сможет выдержать нагрузки в 14 тонн. Длина моста 13 метров, а ширина проезжей части 4,5. Строители говорят, что конструкция настолько надежная, что выдержит даже землетрясение. Были предусмотрены просто сейсмические требования. До 9 баллов мост спроектировал. Может держать магнитуду 9 баллов. То есть все для этого предусмотрено, все это выполнено. Срок годности данного сооружения до 70 лет. Средства на строительство нового моста направлены из краевого бюджета. С финансированием проблем не было. Объект возвели всего за 3 месяца. Кстати, это первый мост, который открыли в этом году. Александр Молчанов, Иван Сухосыр, новости.